за справедливость выходить, кто ж им это заплатит? Кто? Барыги им заплатят, чтобы выходили против барыг? Мажоры, предатели, чмошные, воры, чтобы они знали, что их место на параше. Быдло все это молчит, биосообщество гребаное, рахитическое. Как оно дальше жить собирается? Я не думаю, что вона понесе заслужене її покарання. Скільки ще по дорогах їздить таких зайцев? Ви впевнені, що ваші рідні в безпеці? Може, треба діяти радикальніше? Може, їх треба відстріляти вже? Тому що отпрыски високопоставлених ублюдків завжди будуть відмазуватись в нашій країні. Так що думайте. Хочете ви, щоб ваші рідні були наступними? Статус корупції и статус вседозволенности, который и убивает, давит как мух харьковчан. Потому что их жизни тоже нахрен никому не нужны. За них никто не несет, и они также не несут за эти жизни свои же, своих детей, поколений, ответственность. Потому что они быдло, биобыдло. Это терпильство чистой воды. Минув рік. Что изменилось? Где зараз Зайцева? Точніше, вона ще жива, а людей нема. Я не знаю, до чого призивати. Емоції підказують, що отпрыски високопоставлених ублюдків, вони нічого не бояться, їх все одно відмажуть. На емоціях я хочу, звісно, сказати, що треба їх просто відстрілювати. Вони розуміють тільки силу. Щоб наступна Зайцева, коли буде їхати, щоб вона задумувалась, що їй робити. Але треба, як то кажуть, діяти з різних фронтів. Треба виходити на якісь акції, ходити на суди, підтримувати. Тому що ваші родичі, на жаль, можуть бути наступними. Так, да, бо в сенсі дуже нічого не змінилось, бо Бузину завалили, котрий гнав на АТО, гнав на наших бійців. І нічого не змінилося, після Бузини образувався ще й більш Іловайськ. Тому так, що люди ж не виходять. З одного боку так. Але, ну я ж повторюю, ці тварини, вони розуміють тільки страх. Страх і сила. Якби вона, у неї був якийсь, хоч трохи якась людяність, вона б ніколи не сіла за руль в такому стані. Або розуміння страху. Вони розуміють тільки страх. Бо вони попитки, мажорні попитки. Вони попитки, і безкарність – це дуже страшна річ. Вони розуміють, що високопоставлені тварюки, батьки, там, прийомні, неприйомні, вони їх відмажуться. Так, да, і вони плюють на наше суспільство, вони їздять як по мурав'ям. На жаль, я, звісно, не розумію, що вони там в душі, не бажаю, бо це там гидот, але я не думаю, що вона розкаяється. Вона жалкує за тим, що попалася. Якщо зараз її відпустити, через певний час вона зробить те саме. Да, і решта мажорів будуть так само нас давити, як комах, як комарі. Так, особисто я після цього багато на дорогу бачив такого. Сам пару разів потрапив від машини, причому на пішохідному переході. Так що вони не роблять висновків. Треба робити, треба виходити, ходити на суди. Ще хочу додати, звісно, треба змінювати суспільство. Це потроху, це, на жаль, не швидко відбувається. Змінювати менталітет, своє сознання. Але я звертаюся, панове законотворці, може треба все-таки робити більш жорстоке, значно жорстоке покарання за такі порушення правил дорожнього руху. Я не хочу бути нічого накликати, бути жорстоким, але хрін не знаю, чи родичі будуть наступними. Це покарання повинно бути значно жорстокішим. Навіть за незначні з точки зору дилетантської, може, порушення, за той же перевищення швидкості, там, все таке. А коли ти сідаєш за кермо під наркотиками, це вже це пожиттєво. Ну, якщо будуть суди корупційні, то любих будуть. Звісно, це ж треба змінювати, як то кажуть, змінити всю систему. Тому що, звісно, якщо лишиться все, як зараз є, суди продажні, підмазок вам потрібно, і Зайцева на свободі.
Ну, якщо не тиснути знизу, то жодна система не зміниться. Звісно, треба тиснути знизу. І якщо людина дійсно свідома, вона просто думає, що та, я нічого не можу змінити, це напрасно. Якщо вийдемо гуртом, то змінимо. Ми це дали показати. Янукович втік. Тому, коли захочемо, зможемо. Хлопці непрофесійні, добровольці. Пінають сапогами російських спецназівців. Так що, якщо захочемо, ми зможемо. Треба тільки заходити. Тобто виходять харківчан і не тільки, українців, убивають, давять, як мух, як насекомих. Та система давить, к которой вони всю жизнь стремятся и только ей посвящают себя. Это исключительно обогащение, бабло, круто, статус и все. И этот статус их убивает, давит как мух. И ничего невозможно с этим поделать, потому что этот статус, став над харьковчанами, не несет никакой ответственности, потому что все скоррумпированное. Статус сделал себе статус коррупции и статус вседозволенности, который и убивает, давит как мух харьковчан. Они ходят, только блымают очами и ничего поделать с этим не могут. Могут только приложить цветы на могилы погибших. Это терпильство чистой воды. Всего выходит, что харьковчане, украинцы, практически самая красивая, интеллигентная, там, достойная в чем-то нация, народ в Европе. Красивые люди очень, но очень рахитически дефективно своим разумом, своим пониманием, что ну, никто абсолютно, кроме них самих, систему, ну, нормальную систему, там, где не будут давить людей, как мух, и не отвечать за это. Никто, кроме них, эту систему не сотворит. И та только цель обогащения – это их могила. Они третий мир, десятый мир по своему рангу в Европе там, или еще где-нибудь в мире. И если раньше у них закрепилось, как у собак Павлова закрепилось в голове, что выходить надо за бабки. Вот партия дает бабки, полтюх, ну раньше, в середине 2000-х. На тебе полтюх, сотку, выходи, выходи, выходи. И все выходят, бабки кончаются у партии, которая там проигрывает или еще что-то. И никто не выходит. А когда зла, лиха, година, все сидят по той самой привычке, сидят, что... Ну, за справедливость выходить, кто ж им это заплатит? Кто? Барыги им заплатят, чтобы выходили против барыг? Чтобы справедливость восторжествовала, чтобы барыги знали, и дети их, вонючие мажоры, предатели, чмошные, воры, чтобы они знали, что их место на параше только. И они что, будут давать бабки людям, чтобы они выходили, чтобы их место на параше было? Это ж идиотизм, это ж рахитический разум. Ах, ну да, мы сейчас поставим лайк или дизлайк, и на душе станет спокойно. Всякие фоточки типа сенсейшн кинуть в интернет, там видели Зайцеву там в больнице с кем-то, она там уже поза решетками или еще где-нибудь. Но дело ж не только в Зайцевой. Вы ж посмотрите, покуда Сашка Билый тягал этого гнида плохого человека, редиску, паскудную мразь этого пидорского чиновника, покуда он его там за галстук тягал, покуда в те времена еще чуть-чуть так с этой коррупцией, с предательством было еще так себе. Покуда, потуда, добровато еще что-то освобождали, хотя их и сливали, и пехотинцев сливали, и самолеты взрывали. Через этот гнида паскудный предательский генштаб и крыс, ФСБшных крыс, которые там в нем сидят.
И это ж тоже вся часть. Погода. Глубокой ночью боевики сбили самолет, заходивший на посадку в Луганский аэропорт. На борту находились 9 членов экипажа и 40 бойцов 25-й воздушно-десантной бригады. Не выжил никто. Сразу после теракта возникло много вопросов. Откуда боевики знали точное место и время посадки? И главное, если был риск теракта, почему вылет не перенесли? Родственники погибших десантников ждут, когда накажут виновных. Есть неоднократное свидетельство того, что генералу Назарову поступала информация о готовности к террористическому акте. Он счел эти доказательства недостаточными, чтобы отменить операцию. Это мозаики рахитического мозга, разума харьковчан и украинцев. Это все складывается в одну мозаику, что они как насекомые. И с ними обращаются тоже как с насекомыми. Те самые насекомые, которые стали можновладцами. А до этого они были тоже насекомые. А потом стали при бабках. И они превратились в тех гнид, которые этих насекомых, ну как матка в муравейнике. То есть эта матка муравьиха влезла там в президенты, в можновладцы. И все под нее уже подстраиваются. Они ж не чувствуют себя личностью, они не чувствуют себя волей. Они ж не чувствуют это чмыри, тупоголовые, рахитические, ту волю, которую им дал Бог при рождении. Бог дает человеку волю. Так в Библии написано. Так и есть по природе. А что они делают с этой волей? Рахитическим своим мозгом, что они делают? Когда они превращают свою систему государственную, в которой живут, превращают в такую хрень, в которой их давят, и никто за это не несет ни ответственности, ничего. Это ж второй Иловайск произошел в Харькове. 6 смертей от бухой, укуренной, обдолбанной мажорихи, которая ничего не боится рассекать, а начинает подставлять под этот укуренный мажоризм вообще людей, человек, который ехал на желтый светлофор. Вот он ехал на этот светлофор желтый, а там неслась мразь обкуренная, которой похрен, что здесь у нее происходит. Потому что у нее в голове и в разуме ее рахитическом есть только бабки и папик, который ее откупит. То есть любая мразь мажорная откупается. И люди живут в этой системе, и им похрен. Они не выходят, потому что им бабки не платят, да? За выход, как раньше партии платили. То получается, кто эти люди, как нерахитические изваяния, создания, creature? То есть бойцы добробаты Украины по своей воле, заложенной от Бога, пошли освобождать свою неньку Украину, а их мрази от этой рахитической тупоголовой системы совковой взяли и втопили в котлы, загнали в Иловайск. Потом, это же получается мини-гражданский Иловайск, вот эта трагедия на Сумской. 6 человек убито через мажорку обкуренную, которой похрен вообще все. Она об этом даже не думает, ни папик ее не думает, по утрам ремнем не лупит, говорит, что ты что, мразь, блядь, будешь ездить по людям, да, и в торец ей, чтобы она не была такая, или он, бля. Нет, этого не делается, потому что у них этих мразей бабла немерено, они от всего откупаются. Вот так вот и под Иловайском произошло, и нету виновных, до сих пор быдло все это молчит, биосообщество гребаное, рахитическое, как оно дальше жить собирается, блядь, оно молчит и по этим трагедиям. Значит, по нему, по этому быдло-сообществу рахитическому, можно и дальше ездить, как катком. Получается, что стреляли. Да нахер мы их стреляли, надо было их ломами. Патронов жалко на них. Это вторая рашка. И какие флаги они разворачивают здесь? Почему они позорят вот это био-быдло-сообщество, украинские флаги с вытяги? Червоно-черные прапоры, навещо вони паскудят своим вот таким чмошным отношением к этой жизни, в которой они проживают один раз лишь. И им насрать даже на своих детей похрен.
Потому что оно вот такое чамарочное, быдло сообщество, совковое. Но оно одевает флаги украинские, звитяги, которая боролась, та звитяга, УПА боролась за то, чтобы Украина была людскую. А они что делают? Они фейка-носители этого людского всего, только и всего. То есть рахитический быдлизм совка настолько зашкаливает, что называть это Украиной, сори, ну не поворачивается, потому что за название Украина, за суверен украинский боролись. А это быдло что? На что оно похоже? И оно здесь живет. Это как в Польше тоже, блин. Боролись, напоролись. Выбирают сейчас всеми, как сегодня, левацтво. Левых выбирают. Потому что так интересно, ЛГБТ-ция, дегенерация. Это ж так заманчиво. От этого у них, наверное, встает там что-то. Вот в каких мразей превращаются вот эти существа бездуховные, которые, у которых только мамон, которые молятся только обогащению и тому подобное, щению, чморизму, удовольствию. Ходячие желудки, приятность, удовольствие. Вот и все. Вот они за это и платят. Чем? Смертями своими. Потому что они нахрен никому не нужны. Потому что их жизни тоже нахрен никому не нужны. За них никто не несет. И они также не несут за эти жизни свои же, своих детей, поколений, ответственность. Потому что они быдло, биобыдло. Тупое, ну красивое, да, красивое. Все, но оно же никакое, у него же нет структуры у этого быдла, построения сообщества, чтобы их не давили катком и не отвечали за это. Короче, опять все по кругу. То есть почему суды тягнутся так долго по Зайцевой и не только, массы, куча мажоров по Ноздровской и тому подобное? Потому что этим гнидопидерским, сори, судам паскудно-чмошно-коррупционным, мало своей зарплаты. Они, сучки, ждут, пока ослабнет мнение общественное, и тогда они будут делать все, что захотят, потому что всем будет пофигу. Они на вот эту судейскую хрень с повязочкой, типа слепая Фемида, на вот эти весы ложат, положили, хотят так, чтобы было. Бабки одной стороны и бабло другой стороны. То есть бабло Зайцевой явно превышает деньги того, кто ехал на желтый свет поперек этой укуренной, которая неслась на скорости великой. И вот они вагаются, вот эти весы, якобы Фемиды, незалежные, слепой Фемиды. Это слепая она Фемида для лохов тупых общественности. Потому что ее общественность эту Фемиду не контролирует. Как быдло может что-то контролировать? Вот поэтому быдлу обыдлячивает еще больше. Потому что ее начинают называть то ли нацией, то ли супернародом, то ли державой. Достойные нации и народы, попрыгайте, покричите. Вам станет как в кайфе, весело. Вы почуете свою спильность между собою. Ну как в этих МММовских, доктор Харбор, всякая хрень сектантская. Это ж чистое разводилово для быдлы. Вот покуда оно, это быдло, покуда оно не перестанет ощущать себя быдлой и не начнет выходить, оно быдлом, зачморенной говном, недонацией, квазинацией и останется вечно по жизни. Вот как начнет выходить, даже не нужно будет и хвалить никому. Все просто обзавидуются, скажут, нифига себе, украинцы стали Швейцарией. Они не позволяют своей коррумпированной системе их чморить. Ух ты, это чудо. То бишь, Рашка ничт номер один, абер номер цвай. Та же самая, как в Рашке матеря рожает биороботов, биобыдлу для мяса путинского, которая может с этой быдлой делать все, что он ему, все, что его дьявольской душе пожелается, идти вкидывать на христиан, на украинцев, на братьев, на славян, этих братьев направлять, натравливать, и они будут идти счастливы за
Баблявичкус и убивать, убивать. А этим рашковским матерям выходит наплевать на это. Значит, выходит, они как-то биоматериал для Путина выращивают, за который, если повезет еще, от Путина перепадет какое-то бабло. Если повезет, такое, которое это быдло, которое вырастет, оно сбухается, все равно за всю жизнь как бы не заработает, чем за ее смерть, которую она понесет в войне, в криминальной, террористической против Украины и тому подобное. Таких примеров, ну, массы. Время жалко ваше просто переводить на такие примеры. Вот получается, здесь биомасса быдла также ни на что не влияет, как эти матеря в России. То есть это быдло, которую давят, то есть это быдло, опять повторяется, которое давят, оно ни на что не влияет. Капец, приехали, 21 век, о какой Украине, о каком суверене можно говорить? То выходить на рід кричить, Украина понад усе. А на ділі виходить Рашкастан и совок понад усе в реаліях. Совок чистой воды. Понятно, что не все. Есть же и среди патриоты здраводумающие. Не так, как эта рахитическая масса, которая похрен, что ее давят. Она никуда не выходит, покуда ее полностью не раздавят. А полностью не раздавят, потому что это же нужно столько мажоров иметь. Вот оно вот таким и останется. То есть всех не раздавят, потому что это всем нужно быть мажорами, чтобы каждый друг друга передавил. Поэтому это нация подмажорников, подбариновских халуев. По-другому это не назовешь. Такой народ, который смотрит, как его давят, и ему похрену. Похрен на своих детей, которых давят. Похрен на все. Он не выходит, потому что он быдло, он тупое. Как бараны, стадо на резню, которых отправляют. Девушка, а она живет в этом районе, пересекала широкую проезжую часть справа налево по ходу движения Лексуса, ехавшего в сторону улицы Ленина. Шофер, хабаровчанин 90-го года рождения, ссылался на плохую видимость и совершенно неожиданные действия пешехода. Конечно, абсолютно хаотичные движения, только посмотрите! Шел дождь, дорога бликовала. В последнюю секунду водитель сделал попытку отвернуть. Переходила дорогу, так наискосок не побежал. А чё ты стесняешься? Почему у тебя кружок на башке? Я губернию ТВ похороню, если вы не покажете рожу этого преступника без кружка. Потому что вы врёте! Ну, всё, увидел в последний момент, стал уходить, но не успел. Куда ты начал уходить? Куда ты начал уходить? В последний момент! Она как-то быстро перебегала, что ли? Ну, шла она нетрезвая, что ли, такая, чуть-чуть, ну, всё. Как бы я её увидел у животного, уже выше вывалил. То есть вы покрываете убийцу губерния ТВ. Я брал у вас сюжет, и да, когда-то благодарил, но это же просто ад! Как вы можете выгораживать убийцу? Прямо на дорогу, я в сторону, ну как бы... Когда есть эта запись! Когда есть эта запись с этого перехода! Губерния ТВ, срочно показывайте без кружка эту мразь! Мы ее найдем и разберемся сами! Если он там скупил все, не страшно. Передняя часть Лексуса, которую мужчина взял у приятеля, чтобы съездить по делам, оказалась изрядно разворочена. Конечно. То есть мы маємо те, що маємо, и те, що заслуговуємо. Скотоубойнический суверен в облике человеческом.